Встреча прошла в необычном формате. Кроме руководителей федеральной и региональной власти, на нее были приглашены волонтеры и представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Основной вопрос заседания – итоги года волонтера. Участие в обсуждении принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Несмотря на то, что год под эгидой добрых дел подходит к своему завершению, поддержка добровольческих объединений будет продолжена в том же темпе, отметил президент. Безусловно, поддержка волонтерства не ограничивается формальными календарными сроками. И, как уже говорил, она обязательно будет продолжена. Правительство, кстати говоря, подготовило, уже разработало концепцию развития добровольчества, волонтерства до 2025 года. На федеральном уровне, на местах вместе с добровольцами нужно, безусловно, сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтеров, который разработан агентством стратегических инициатив. По сути, это алгоритм действий для региональных команд, и я очень прошу своих коллег из регионов, глав регионов, вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных в стандарте практических шагов. Президент России также поручил поддерживать открытие волонтерских центров в регионах. На Кубани такая работа уже ведется. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, план по развитию волонтерского движения в регионе формируется ежегодно. Всего в нашем крае около 27 тысяч добровольцев. Они оказывают помощь пожилым людям, участвуют в спасательных работах и ищут пропавших людей.